Долгострой снова строит. В дагестанских Огнях совсем скоро откроет свои двери современная школа. Она сможет принять более 500 учащихся. Возводить ее начали еще в 2010 году, но вскоре строительство школы было приостановлено из-за отсутствия средств. Завершить все работы стало возможным после вмешательства главы Дагестана Владимира Васильева. На сегодняшний день 90% работ уже выполнены. По словам строителей, учтены все нормы и стандарты современного образовательного учреждения. Подведены все коммуникации, есть столовый, актовый зал, предусмотрено во дворе и футбольное поле. Объект сдадут уже через 2 месяца.